собравшись из этой вот такой, ну, я их вместе так, да, подкучковал, из вот таких, мне показалось самое интересное, Владимира Ковенадского. Он как автор неизвестен, тоже он художник. Я даже не знаю, что потом, как, ну вот, попало в интернет, что все-таки это неизвестная, неизвестного происхождения песня, оказывается, принадлежит художнику Ковенадскому. Такая, ну, может быть, для детей такая антиалкогольная, что ли, назидательная песня. И найдено первое слово очень удачно. Триллер должен быть, да? Там подобрать слово. Никифор. Так здорово. Никифор постучал. Вот мне понравилось сразу по запеву, и оказалось, и правда, вся песня. По слову сразу автора чувствуешь. Никифор постучал в окно, и я ему открыл. В бокале вспыхнуло вино, как благо наших жил. Твой верный ствол качнет рука, не пей, Никифор, брось, охота будет нелегка, и наша цель не лось. Но он, смеясь, ответил «нет», а сам успел хлебнуть. Ты меряешь вздор, и при луне мы выступили в путь. Светил неясно лунный диск, в траву легла роса, и два бежало впереди волкоподобных псов. Нас привели они к реке, где у развилки троп, как будто конский вдалеке послышался галоп. Парами мха и прелых трав был полон лесом мрак, когда с плеча винчестер сняв, Никифор молвил так: не знает зверь своей судьбы, идя на водопой, у этой становись тропы, я буду ждать на той. Я ствол на ветке укрепил, на спуске был сук, чтоб бить наверняка. То был огромный крокодил с ногами рысака. Я ждал, вперяя взор во тьму, на спуске был сустав, но зверь направился к нему, его тропу избрав. Что было там из-за кустов, не мог я рассмотреть. Там были выстрелы и рев, и вопль, в котором смерть. И сквозь орешник напрямик, с прикладом у плеча, я ринулся, а зверь приник, и тело рвал урча. Стоит средь хижины моей чудовищный скелет. Я говорил ему, не пей, он не послушал, нет. Ну, материал вам просто в воспитательных целях надо что-то детям.